готовлю очень простое, очень вкусное блюдо. Картофельную толченку с грудинкой. У нас она называется черная каша. У меня примерно 200 грамм нежирной грудинки. Я ее нарезаю тоненькими брусочками. Что хочу? Мясо появилось на столе, естественно, появился помощник. Будешь или не будешь? Давай решай быстрее. Вася, да, нет, быстрее. На это количество мяса беру примерно 3 средние луковицы, которые нарезаю полукольцами. Мяско отправляю на разогретую сковороду. Разравниваю в один слой и даю хорошенько обжариться. В это время примерно ставлю вариться картофель до полной готовности без соли. Грудинку жарю на медленном огне, периодически мешаю, чтобы она равномерно вытапливалась и равномерно обжаривалась. Как только мяско стало ярко-золотистого цвета и выпустило жир, отправляю к нему лук. И тоже обжариваю до готовности, до золотого цвета. Как только лук полностью поджарился, зажарку солю, еще раз перемешиваю и выключаю огонь. С готового картофеля сливаю воду, подсаливаю, не забывая о том, что подсолено и зажарка, и измельчаю толкушкой. Делаю это без фанатизма, не превращая картофель в пюре, а превращая в картофельную крошку. Проверяю картошку на наличие крупных кусков и перестаю ее мучить. В толченую картошку добавляю зажарку и аккуратно перемешиваю. Для такого блюда всегда стараюсь взять мясную грудинку. Если она дала мало жира, то в зажарку добавляю немного растительного масла. Каша не должна быть сухой, у нее должна быть приятная кремовая текстура. Долго мешать не стоит, чтобы картофельная крошка не превратилась в пюре. Блюдо очень простое, очень сытное, с очень простым и понятным вкусом. К нему отлично подойдут овощи, холодник, а также молочные продукты, такие как сливки и кефир.